В Махачкале иномарка протаранила машину скорой помощи. Инцидент произошел накануне вечером на улице Яракского. ДТП зафиксировала одна из камер наружного наблюдения. По ней видно, как автомобиль Toyota на большой скорости врезался в припаркованную у обочины карету скорой помощи. Выбраться из автомобиля пассажирам иномарки помогли очевидцы и случайные прохожие. В результате аварии пострадали 3 человека. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Двое его пассажиров отделались ссадинами и ушибами. В машине скорой помощи в момент аварии никого не было.